Друзья, хотел показать штуку. У нас такого я не видел. Вот можно накачать шины. Это если я сейчас нахожусь на заправке. Circle K, там она чуть дальше. Вот здесь можно подкачать шины, помыть стекло, если надо. Там водичка стоит. Вот так вот. Прикольная штука, кстати. Нигде такого не видел. Здесь мусор выбрасывается, а здесь для всяких бутылочек. А это Барбора, служба доставки еды. Если вам нужно, вы можете заказать в такой вот ящичек. Вам привезут, и вы просто приезжаете, забираете в любое время. Какие-то вот такие штучки в Литве есть. Почему решил показывать? Потому что я, в принципе, в Литве уже давно живу. И мне уже как бы трудно чем-то удивить. Но все-таки для людей, которые не знают, что это такое, будет полезно посмотреть. Вот, допустим, даже вот эти... Для подкачивания колес прикольная штука. Не нужно с собой возить ни насос, ничего. Есть. Но почему-то я это видел только на заправках Circle K. На других я не видел. Я заезжал несколько раз на Виаду. На несколько Виад не видел. И на EMC. На EMC тоже этого нет. Прикольно. И вот это, кстати, по службе доставки еды тоже в почтомат. Пожалуйста, приезжай, забирай. Я сейчас осталась дома одна, у меня есть буквально, не знаю, минут 50. Воспользовалась своим правом на душ для того, чтобы освежить немного голову, мысли. Сейчас может на фоне шуметь наш пылесос, робот, шарик. Он убирает поверхностную квартиру, потому что уже пришло время уборки. Мне нужно очень срочно пересмотреть данные, которые у меня есть для дипломной работы. И подумать, чего не хватает, и составить таблицы финальные, которые уже будут идти кусками в саму магистерскую для предоставления результатов моей работы. В общем, я сейчас этим займусь, сделала себе чай в мою новенькую чашку, которую мне Саша подарил на день рождения. Он мне две подарил, короче, они очень классные, мне нравятся. Я любитель матовой посуды. Но, в общем, это не важно, сейчас нужно работать и все пересмотреть и сделать таблицы. Я сейчас вам покажу, как я буду работать, потому что разговаривать особо у меня времени нет, да и шумно. Так что смотрите. Не знаю, показывать или не показывать, но погода просто замечательная. Что у нас сегодня? 3 мая, снег, на улице плюс 2, вообще замечательная погода. Погода замечательная, вот видно снег. Не знаю, просто так видно или нет, но снег идет по пятам. Я помню еще... Два месяца назад, в марте, в марте говорил, когда уже тепло, Вот, нет, я говорил, вот через неделю-две будет тепло. Да. Я так говорил и потом спустя неделю-две, и потом спустя неделю-две, и вот у нас 3 мая. Ничего не поменялось. Снег как идёт, снег как шел, так и идет. Так что шутка про то, что флешка во время зимы замерзает, все-таки остается актуальной до сих пор. Питерская погодка. Наступил этот знаменательный день. Сегодня 18 июня, и на 10 часов утра у меня
церемония вручения диплома на моем факультете. Все будет на открытом воздухе. К сожалению, никого из гостей взять не получится, я буду одна, но организовали прямую трансляцию, поэтому там можно будет скинуть ссылочку тем, кто хочет посмотреть. Защитилась я где-то 7 июня свою диссертацию магистерскую, и вот спустя 11 дней уже наконец-то заберу свой диплом. И да, вот мы приехали в Вильнюсский университет, главное центральное здание. Там уже люди получают свои мантии. И там дальше чуть-чуть такой есть амфитеатр на улице, там будет вручение. Ну, а мы пока погуляем, потому что нам туда нельзя. Карантин, все дела. Ну, хотя бы так. Удачки! Удачки! We'll be right back.